Расскажи, как ты потерял свою восьмую? Катался я в прошлый раз на этом прекрасном озере. В голове у меня была GoPro-шка с поплавком. Потом смотрю, думаю, надо включить. Какой классный момент, а GoPro-шки-то и нет. В общем, искал часа два, так и не нашел. Так что, чуваки, объявляется конкурс «Пирожок за GoPro-шку». Она с оранжевым поплавком где-то там плавает сейчас. Некую экзотичность и красочность.